Что это? Ой, кальмар какой-то, ебонский бог. Это сучка. Это она. Бабка. Спасибо тебе большое. Друзья, привет всем. Меня зовут Тимофей. Вы на канале Соловей и Ханибуянь. А эта игра Прогностик. Мы продолжаем в нее играть. Очень уж она меня затянула. Поэтому, как обычно, наушники. И погнали. Да, кстати, я не знаю, пока меня никто не спрашивал еще, но, знаешь, вот подо мной, вот где я вот здесь, вот где-то вот тут вот, да, я тут закрыто, здесь досье. Я сейчас уберу себя и посмотришь. Вот, видишь, где-то здесь досье, вот досье, и здесь имена, то есть бывает, ну, за мной как бы не видно. Вот так вот я сделаю, и теперь опять тебе не видно. Но ничего. Так, микрофон чуть-чуть поближе. Вот, и поехали. Так, мы с тобой остановились на день, по-моему, был пятый. Убийство на вечеринке. Я не смог разобраться в этих терминах и формулах из писем, поэтому попросил о помощи местного профессора. Оказалось, что он учился вместе с нашей старухой на факультете точных наук. У нее была ученая степень, но кто бы мог подумать, к сожалению. В семье у этого джентльмена случилась трагедия. Его внучку убили. Она и ее приятели-студенты устроили трехдневную вечеринку по адресу Барнхилл-стрит 6. А отойдя от похмелья, они обнаружили ее уже остывшее тело. Убийство Убийство произошло в октябре 1904 года, но точный день мы не знаем. Я видел, как наша старуха устанавливала связь между жертвой и убийцей с помощью карт Таро. Если ты сможешь повторить этот ритуал и найти убийцу, профессор согласится нам помочь. В общем-то, ничего нового. Устанавливаем, кто убил, где убил, когда убил, во сколько убил. И параллельно закрываем зеркала от бабки, чтобы она в них не смотрела. Вот, потому что она расстроится, увидит себя старую, скажет, ой, пиздец, надо было пластику делать, денег нет. На дворе 904 год, какая пластика, закрой нахуй зеркала и все. Так, в общем, значит, нам наша задача прислать досье убийцы и указать место, где он находился в час преступления. Проблем-то нет. В общем-то, мы уже читали с тобой. Биография студентки Ребекки. Пришла на день... мы не читали. Студентка пришла на день рождения своей сестры. Гости считали, что она рано уехала, но три дня спустя ее тело обнаружили в подвале с колотой ножевой раной. Слишком много убийств ножом происходит в городе в последнее время. Да. Так, Селена... Почему-то не работает, вот знаешь, вот я нажимаю сюда, и почему-то не срабатывает сразу следующее досье. Биография. Едва удалось разговорить, девушка была убита горем, обожала сестру. И угадай что? У вас есть кое-что общее. Она увлекается гаданиями. Ясно. Жил вместе с погибшей, которая приходился братом. Утверждает, что покинул вечеринку в первый же день. Другие свидетели не смогли это подтвердить. В первый же день, потому что в Америке устраивают вечеринки не на пару часов, как у нас, а на неделю, нахуй. Так, жених Селины Дин был тем, кто обнаружил тело. Парня это явно шокировало. Виктор Сандерс, сосед жертвы. Их семьи находятся в напряженных отношениях из-за продолжающегося спора о переделе земли. Сам он утверждает, что никаких проблем с Ребеккой не имел. Да, земля это, конечно... херово. Значит, нам так. Убийство произошло в октябре 904-го, но точный день мы не знаем. Значит, указать место, где он находился в час преступления. Убийца, то есть. И прислать результаты расклада карты Таро жертвы. Но сначала нам нужно понять день. Значит, что? Так, карты Таро раскроют связь между жертвой и убийцей. Они находятся на втором этаже. Сука. На втором этаже. Вот бабка. Сучка. Ладно, пойдем на второй этаж. Так, здесь у нас зеркало. Конечно, бабка, вот тебе, пожалуйста, тут зеркало. Пока я, честно говоря... Давай позажигаем тут все. Еще дверь. А немного тут дверей. И, это что, еще комната какая-то? Еще дверь какая-то. И еще дверь. А кто тыквы наставил? Бабка пришла. Нихуя себе у тебя дом, бабуля. И тут еще зеркало. Уже 4. Или это что? Там зеркало. Тут зеркало. Мне бы с теми двумя справиться с зеркалами. Ёк-макарёк. Ну, бабуля. Помилуй. Пожалуйста.
Так, это карты Таро. Что за... Детская какая-то. Надо свет включить. Я боюсь. Это у меня там в другой комнате свет выключен. Так, что у нас там? Это детская, короче говоря. Комната отсюда. Я просто хочу изучить, чтобы потом мы на бабку не напоролись. В случае чего. Слушай, а бабка выходит именно тогда, когда мы включаем свечку, да, или что? Ладно. Пойдем. Да шо ж тут столько-то комнат? Это кто? Бабка? И детка. Ладно. Чё это? А, подожди, мы пока еще. Нихуя я шулер. Опа, 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 видал? Так, ладно. Значит, у нас с тобой связь между людьми карты Таро. Карты Таро позволяют узнать отношения между убийцей и убитым. Ага, эту связь символизирует полученная карта в раскладе. Узнав об отношениях, ты сможешь исключить невиновных и найти преступника. Для этого сравни биографии подозреваемых и жертвы, чтобы определить, какие из них имеют нужные связи. Все мы связаны. Наши отношения – это невидимые нити. Они тянут нас к принятию решений, которые мы по наивности считаем своим. То, что случится со мной, уже определено. То, что случится с тобой, уже определено. Отпечатки каждой твоей связи остаются с тобой навсегда. И даже после смерти эти связи не исчезнут. Значит, что у нас? Это гадание на картах Таро позволит выяснить связь между погибшим и убийцей. Убедитесь, что ритуальная свеча горит. Так, это хорошо. Так, само собой. Поставить досье жертвы на подставку. Перемещайте колоду, пока ее рисунки не загорятся. Начните открывать карты одну за другой. Берегитесь карты смерти. Не открывайте дальше. Начните сначала. Угу. Продолжайте открывать, пока не выпадет правосудие. Откройте и запомните последнюю карту. Узнайте значение карты и отметьте связь между жертвой и убийцей в списке рядом. Значит, узнать значение карты и отметить связь между жертвой и убийцей в списке рядом. Так, значение карты Таро. Карты 0. Глупец. Карты молчат. Связь неизвестна. Волшебник. Убийца не тот, за кого себя выдает. Разложи руны. У убийцы есть сообщник. Убийца женщина. Убийца мужчина. Убийца обладает законной властью. Он либо политик, либо сотрудник органов. Это был Иерофант. Предыдущий бил, который убийца мужчина. Император. Императрица. Это убийца женщина. Священница. У убийцы есть сообщник. А волшебник это убийца. Но не тот, за кого себя выдает. Возлюбленные, убийца, супруг или любовник, убийца, колесница, если, убийца, коллега, думал, котлета. Сила, погибшего задушили или избили, отшельник, погибший не знал убийцу, колесо удачи, произошел несчастный случай, правосудие, гадание начинается, следующие карты расскажут об убийце, висельник, произошло самоубийство, смерть пришла за тобой, перемешай карты, если не хочешь ее встретить. Умеренность. Погибшего отравили. Дьявол. Убийство произошло из-за мести. Убийца – часть семьи, башня. Звезда. Тебе улыбнулась удача, звезды засияли ярче. Луна. Убийство произошло ночью. Убийство произошло днем, солнце. Суд. Убийца стремится к справедливости. Мир. Человек еще жив. Понятненько. Значит, мы сюда ставим досье этой девушки. Так, зажигалку возьмем. Нам надо вниз, я так понимаю, идти. Я боюсь вообще. Если что. Это что? Кости какие-то. Ладно. Пошли зажигать эту уже свечку. Все, поехали. Начинается. Ты так бегаешь по лестнице? Так, короче, у нас зеркало, значит, одно вон там и одно вот здесь. И два еще внизу. Это если на случай, если бабка будет решит спуститься к нам.
А тут что? Сундук какой-то. Ладненько. Начинаем мешать карты, пока они загорятся. Загорелось. И что это? 11. 11 это у нас правосудие. Гадание начинается. Следующие карты расскажут об убийце. Так, продолжайте открывать, пока не выпадет 11. Откройте и запомните последнюю карту. Узнайте значение карты. Да-да-да-да-да, трубы опять потекли. Так, гадание начинается, следующая карта расскажет об убийце. Угу, поехали. А как узнать, 13-е или это какое? Тауэр, башня. Убийца, часть семьи. Часть семьи, значит, убийца. И что теперь? Так, убийца. Часть семьи. Вот. Еще будем гадать или нет? Надо гадать еще или нет? Часть семьи. А кто был семья? Так, это или брат. Это брат, да? Жених. Это не жених. Это вот брат. Сосед, блядь. Жил вместе с погибшей, который приходился братом. Утверждает, что покинул вечеринку в первый же день. Другие свидетели не могли. Не смогли это подтвердить. Все! Это Ю. Значится, так. А Селена? Так, девушка была убита горем, обожала сестру. Гадай, что у вас есть кое-что общее, она увлекается гаданиями. А можно вообще что-то понять еще тут, ну, как-то? Еще как-то можно понять тут что-то? Опа. Я на всякий случай палки эти возьму. Так, правосудие. Башня. А, ну больше ничего не расскажут нам. Больше ничего не расскажут. Значит, это... Значит... Какие-то, я не знаю, кто-то орет. Нам теперь... Так, указать место, где он находился в час преступления. Теперь нам нужно идти сюда. Блять, сюда. Куда? Сюда, сюда. Вот к этой херне. Но они не знают, когда она умерла. То есть, это произошло в октябре, но точно день они не знают. То есть, нужно разместить сюда ее. И опять эту хуйню искать. Поставить тело жертвы, определить знак зодиака жертвы. Так, ты когда там? 24 сентября. Блять. Бабка. Наверху. Успел. Успел, не надо мне тут ля-ля. Успел. Так, я занят. Ночь на дворе, кого там принесло, я не знаю. Значит, 24 января, сентября. Вот, до сентября, это весы. О, привет. Так, весы. И что это значит? Весы это воздух. Буква, ключевая буква имени. Воздух. И третья буква имени или первая, если больше трех букв. Чё? Третья буква имени или первая, если в имени меньше трех букв. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, так. А если... Или первая... Если в имени меньше трех букв. Третья буква. Третья буква Б. Б. Так. Б это 2. Значит, мы с тобой перекидываем черную стрелку на 2. Вот сюда. Надо идти. Ладно, сейчас, подожди. Потом у нас с тобой фамилия. Если фамилия больше 5 букв, то ключевая буква фамилии 5. Раз, два, три, четыре, пять. 5. К, Си. Си это 3. Это 3, это что? Это у нас... Красная стрелка на число имени. Красная стрелка на число имени. 3, 3, 3. Тройка. Значит, у нас тройка.
Так. Тройка. Свечку зажигай. Свои эти вертлюшки включай. Тройка, значит, да? Хорошо. Где тут? Так, красная стрелка на тройку. Вот. Отлично. И теперь синяя. А что синяя? Поверните, чтобы синяя стрелка на число фамилии. Число фамилии. А красная? Ну, черная на знак зодиака убитого. А, на знак зодиака. Это весы. Ну вот, правильно, весы. Потом красная стрелка, чтобы указано число имени. Число имени это у нас третья буква имени, Си. То есть это третья, правильно. А красная стрелка, это синяя стрелка, чтобы указано число фамилии. Число фамилии. Число фамилия, если то ключевая буква фамилии пятая. Пятая это у нас, так, 4, Е, Си, тоже 3. Значит, на 3. Ну и все. Синяя на 3. Итого. Значит, месяц у нас пятый. Месяц. Да ёб моё. Где? Наверху. Хорошо. Да, 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 я вижу тебя. Ты знаешь, что ты мне мешаешь? Ты куда пошла? Бабуля. Все? Добаловалась? Так, а это ты что тут мне? Свечки потушила все. Сучка. Ладно. Угу. Я из-за тебя забыл вообще уже, чё, куда мы вообще пошли? А, вниз мне надо было идти. Так. Честно сказать, ну, может быть, конечно, эффект неожиданности, обосраться можно, конечно. Вот с этим Таро, не с этим Таро, а вот с этим кругом колеса, вот это, конечно, пиздец, бред. Так, месяц он... Какой нахуй? Пятый месяц? Пятый месяц, прошу прощения. Месяц, значит, пятый... Так, полночь, час, так, день, второй. А время, 4 утра, это значит, плюс 12, 16. Час, 16. Так, а год-то какой? Все правильно, 904. Месяц октябрь же, правильно? Подожди. В октябре, убийство произошло в октябре 904 года. Месяц пятый. Ты уверена, что пятый? Нет, не пятый. Что-то ты меня обманула. Мне нужно узнать, когда произошло это убийство. Так, смотрим еще раз, значит. Да поставил. Поверните колесо Танатоса так, чтобы черная стрелка указывала на знак зодиака убитого. Она 24 сентября. Черная стрелка на весы. Есть. Поверните колесо Танатоса так. Так, откройте и определите ключевую букву имени. Она зависит от стихии, так как описано на следующей странице. Ключевую букву фамилии, блять, фамилии, вот же. Воздух. Если фамилия больше 5 букв, то ключевая буква фамилии пятая. А я-то имя смотрел, а ты мне не сказал, а я дурак. А если нет, то последняя. Больше 5 букв. 4. Последняя. N. Значит, это N, это 5. N это 5. Это какой нам надо было? Синий. Синий. Вот этот. N это 5. Вот. Получается, что месяц, день 14. Нихуя. А вот это что? Месяц. Красная стрелка указывает на месяц. Число имени. Ключевая буква имени. Воздух. Третья буква имени или первая, если в имени больше, меньше 3 букв. Меньше 3 букв.
в имени-то больше трех букв. Получается, что третья буква имени — это «Б». Тут больше, кроме как двойки, нету. Ой, блядь! А чё это ты? Нельзя же тебе. Интересно, блядь. Очень мне интересно. Значит, ты, сука, тут лазишь? Я тут... Помоги тогда мне, слушай. Подожди. Месяц-то у нас известно, октябрь. Это получается сентябрь 9, 10 месяц. Давай тогда вот так сделаем. Опять неправильно. Синяя, луна. Так, я не понял. Я тебе, блядь, закрою перед носом. Ты охерела вообще, что ли, бабуля? Не дури мне тут. Ой, блядь. Помогать мне будешь ты, нет? Сегодня. Я, честно сказать, что-то не понимаю. Убийство произошло в октябре 904 года, но точный день мы не знаем. Но если пятый здесь месяц, я, честно говоря, сам не понимаю. 14-й день. Так, я сейчас все сделаю и вернусь сюда опять. Третья буква имени. Если в имени меньше. Третья буква имени. Б. Два. Так, а это что значит? А что это значит? А что это значит вот это? Я сейчас тут не понял. Красная, когда горит, это что значит? Так, нахуй. А чё, почему мне не предупредили? Я тут разгадываю, а мне красное что-то тут загорелось и все. Так. Пошли еще раз. Ты знаешь, в чём моя проблема была вообще? Вот в этом. И получается, что... Мы с тобой должны были... Пойдем, зажгем эту лампу. Если нас сейчас не напугает опять бабки всякие. Так, сюда. Да что ты, блядь, тут засиделась, что ли? Сидит она там. Конечно, я боюсь тебя. Потушила мне тут все. Так. Значит, смотрим. Получается, смотри, что. Что у нас получается? 6? Не, подожди. Синяя на 5 разве? Да. А третья красная на 2? Получается так? Да. То есть, смотри, что у нас получается в итоге. Месяц 10, все верно. День 5. День 5. Нет, наоборот, сюда. День 5, а час 2, плюс 12, это 14 часов. Вот так. О, детка, да. Так, получается, это мы все удаляем. В итоге, мы знаем время смерти. Получается, что и кто, то есть кто-то из родных, либо это брат, либо это ее сестра. Но я так думаю, что, скорее всего, это был брат.
Хотя, может, и сестра, и она умела скрывать свои эмоции. Так, прислать, указать место, где убийца находился в час преступления. Куда ты? Отдай мне мои вертлюшки. Папка, никуда не уходи. Точнее, уходи. Итак, ставим сюда... А подожди, мы знаем, где она умерла, верно же? Ее обнаружили. Убийство произошло, обнаружили. Так, это все, ладно, хорошо. Указать место, где находился убийца в час преступления. Так, берем, значит, этого. Час у нас какой там? 14.00, 5 октября, 10. Час 14.00. День у нас был какой там? 5 октября. Да что ты будешь делать? Здесь, что ли, да? Так, уходи! Я успел. Не надо мне тут. Я отчаянный вообще прям. Капец, да надоело. Ну, слушай, ну работаем или что? Так, месяц 10 у нас идет. Год, все верно. Правильно же? Так, ищем, где ты, сука, был. Ага, ты здесь был. Теперь ты. И ты здесь был. Блядь, я чуть не обосрался. И что в итоге получается? И в итоге получается, что указать место, где находился в час преступления. Час преступления. А этот нам говорил, что покинул вечеринку в первый же день. А другие свидетели не смогли это предвидеть. То есть... Так, прислать расклады Таро и указать место, где он находился в час преступления. Но мы не знаем... Секундочку. Все мы знаем. Да, бабуля, спасибо. Мне сюда тоже хотел пойти. Так, а чтобы нам... Подожди, а чтобы... тут что нам пишут? Досье жертвы. Так, Ребекка. Окей, ладно, тогда это не алло. Подожди, бабка, а как тогда? Поставьте досье жертвы на подсказку. Нет, получается. Бабка там где-то дышит. Сейчас, наверное, придет сюда опять. Так, ну в итоге получается... Они все здесь. Они все здесь. Я думал просто найти... Ну, глаза там какие, знаешь. Такое. Но они были все... Угу. Так, может быть, за час? Нет. Где он находился в час преступления? А, подожди, преступление, убийство произошло в октябре 904 года. Ну, мы правильно указали. То есть они все были там, что ли? Что-то я не могу понять. А этот где был? Ну и это тоже здесь был. Но они все, получается, здесь были. Нет? О, а этот был? На Барнхилл-стрит. Иосиф, его вообще не было. То есть он туда даже и не ходил. Получается, что? Так, одну секунду. Я так думаю, что нужно... Я тут попробовал еще, поэкспериментировал. Короче. Где ты? На первом? Трусишь. Я сейчас приду. Так, успеть.
Да я... Да ты... Вот ты там стоишь, да? Бабка. Так. Короче, смотри. Идем наверх. Карты Таро, они же там, помимо того, что убийцу... Хотел сказать, обои поменялись. Связь не только с убийцей, с жертвой, но и с убийцей. То есть вот в чем прикол. Понимаешь? А мы это проглядели. То есть это у нас солнце. Что оно делает? Убийство произошло днем. Но это мы уже поняли. Башня. Так, это кто-то из родственников, согласен. Правосудие. Дальше идем. И... World. Мир. Что за мир? 21. Человек еще жив. Понятное дело, что он жив. Так, возвращаем все обратно. Значит, Селену. Быстро тусуем, мешаем. Пока бабка не пришла опять. Так, что это? Правосудие. Человек еще жив. Так, подожди. Еще раз на Ребекку тогда. А, подожди-ка. Добавьте найденную связь между жертвой и убийцей в улике. Ну это я убийство, убийца часть семьи. Убийство произошло днем. Что значит нет? Да. Вот, смотри, что ты. Да подожди ты с этой хрюшки какие-то. Мне тут серьезные дела. Что это? Ой, кальмар какой-то ебонский бог. Что за, блядь, дайте мне... Слушай, ты как, конечно, вообще... Это что такое? 20. Убийца стремится к справедливости. Суд. Чё это нет? Десятое. Произошел несчастный случай. Опять бабка пришла. Да дайте мне закончить. Тут то самое интересное начинается. Кальмары ваши. Да ёб твою мать. Не успел. Ладно, куда ты пойдешь? И чё? Походкой легкой ты куда-то идешь. И за собой меня незримо ведешь. Что такое? А, ты меня типа нашла, да? Нашел. Меня легко найти, невозможно забыть и легко потерять. Бабуля, ты же нам желала добра. Тогда и мне закончить уже дело-то это. Совсем охерело. То каких-то кальмаров на меня направляет, то я не знаю. Так, что у нас там? Незаконченные дела. Значит, произошел несчастный случай. Записано это, нет? Нет, не записано. А почему? Давай еще раз. Так, правосудие. Мир. И все. 21. Человек еще жив. Я не понимаю, честно тебе скажу, вообще этого всего. Я сейчас включу свечку и попробую еще раз. Короче, у меня есть еще одно предположение. Я посидел, почитал, посмотрел, подумал. Смотри, внимательно. Карты мы уже обнаружили, что это был семья, это был часть семьи. Больше они нам ничего не скажут. Цвет одежды, цвет глаз, цвет туфель, цвет ногтей, это тоже уже не про нас. То есть нам надо
на карте узнать, где именно находился убийца в этот час. Но вечеринка длилась 3 дня. Получается, нам нужно узнать, кто был... Убийство было в октябре, мы узнали, что это было 14 октября. То есть в последний день. Она умерла в последний день. То есть нужно... Короче, неважно. Нам нужно узнать, кто был именно все эти 3 дня там, на месте убийства. Двое претендентов на победу. Первым, значит, будет у нас Джейкоб. Это был у нас день... Правильно? 4? Когда она там умерла-то? Так, часть семьи. Ребекка умерла 5 числа. 5. То есть, значит, у нас с тобой Джейкоб где был в этот день? 5 число. На Хайдфилд стрит. То есть, я думаю, а Селена тогда? Тот же день. 6. Барнхиллс. Вот, видишь, смотри. Смотри. Сюда смотри. На экран. По адресу Барнхилл стрит 6. Честно сказать, я долго ломал голову, я искал, я все моменты повырезал. Все вот это вот вырезал, потому что это капец было. Плюс еще бабка на меня тут охотилась, постоянно эти шторы свои открывала. В общем-то, давай попробуем посмотрим. 4-й день. Там же. 3-й день. Там же. Там же? Да. Быстренько, давай Джейкоба посмотрим. Джейкоб. Здесь был он. Потом. 4-й день. Он был на вечеринке. А 5-й день? 5-й день он был здесь. Получается. Блять, это Селена получается. Это сучка. То есть она едва удавалось разговорить. Девушка была убита горем. Она обожала сестру. И угадай что? У вас есть кое-что общее. Она увлекается гаданиями. Это сучка. Это она. Бабка. Спасибо тебе большое. Значится так. Пришли дело досье убийцы. Это Селена. Указать место, где он находился в час преступления. То есть убийство. Убийца. То есть это в час убийц, в час убийства. В 14.00 мы это узнали. 4 октября нет. 5 октября. 5 октября. Где там 5 октября? Селена. Вот она. И результаты расклада карта Рос жертвы. То есть это убийца, часть семьи. Отправляем. Да. Фамильная трагедия получена достижение. Я слегка надавил на нее при допросе, и она запела. Ревность. Как я и думал. Вот только на допросе она упомянула, что об измене жениха и сестры ей рассказали во сне. Старик потерял вторую внучку. Я лично пришел, чтобы ее арестовать, и все же он сдержал слово. В институте наша старуха придумала безумную теорию того, что назвала излучением сознания. Это предположение, что мысли и чувства обитают в неком невидимом поле и влияют на людей. Судя по ее недавним письмам, в последние годы она пришла к выводу, что даже мысли умерших людей излучают эти остаточные волны. Если бы я не знал, что твои гадания работают, то посчитал бы эти записи бредом. Может, и внучка профессора услышала что-то с того света. Может быть, и услышала, а может быть, и нет. Я даже не знаю. В общем-то, на этом я буду с вами прощаться, потому как я эту серию я слишком затянул, потому что тупил. Знаешь, оно как бы не очень приятно, когда ты вроде бы как на чем-то на маленьком запоролся, да, и отправил досье, то есть отправил анкету всю полностью, но тебе приходится начинать заново. То есть не очень как бы, ну, прикольно, не очень как бы приятно, но именно, знаешь, то, как сделана игра сам, вот именно сама оболочка, то есть само старание автора, это мое уважение к нему, потому что...
это действительно интересно. То, как постоянно звуки пугают, тебя отвлекают. Ты, помимо того, что пытаешься сообразить, что надо делать там, тебе надо слушать, что там здесь происходит, то есть где там открылось это окно, где открылась эта форточка, где там этот демон-кальмар ходит непонятный. И как бы заставляет очковать все эти звуки там непонятные. Игра очень классная, очень крутая, и я так думаю, заслуживает этого лайка, подписки на мой канал. То есть подписывайся, я всегда рад. Ты не представляешь, как это греет душу, когда ты смотришь, открываешь творческую студию YouTube или сам YouTube канал свой и увидишь, что у тебя на одного подписчика становится больше. То есть кто-то из вас, кому я безумно благодарен, подписался на мой канал, и это действительно радует, это действительно мотивирует, чтобы дальше делать контент, и коего много, очень огромное количество на канале, на YouTube, на Твиче, но так хочется быть одним из тех немногих, на которого люди действительно подписываются с желанием, смотрят, ждут выхода каждой серии, и это круто, стараться для кого-то делать что-то, это круто. С вами был Тимофей, друзья, и вы на канале Соловей, оставайтесь на нем всегда. Пока. Ну ты это... Ты заходи, если что.